Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозку корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Ви знаєте, коли ми починаємо себе погано почувати, то ми звертаємося за допомогою до доктора. І сьогодні ми будемо звертатися за допомогою до доктора політичних наук Олександром Семченка. Вітаю вас. Здравствуйте, Тарик. Да. У нас політичний стан, він не дуже добрий, і від того хотілося б розібратися, тобто звернутися до вас, щоб ви нам пояснили, що взагалі відбувається. І з чого я хотів би почати. Пересічні українці, вони в неділю, ну, зараз достатньо холодно, вони сідають перед телевізором і відпочивають. А ви трохи по-інакшому вже другий тиждень проводите свою неділю. Свой выходный день. Ну, на самом деле, по-разному провожу выходные, но и не вторую, там, в ноябре тоже были, выходили на митинги против продажи земли, против продажи Украины. Но я сейчас к доктору вернусь. На самом деле, доктор – это научная степень. И доктор медицины – это всего лишь частный случай. Доктор технических наук, доктор математических и так далее. То есть врач, врач лечит, да. То есть независимо от того, является ли он доктором медицины или всего лишь кандидатом медицинских наук. А что касается этих митингов, ну, у нас есть претензии к правительству, и к власти. А вы знаете, нас обманули. Ну, то есть многих обманули из тех, кто поверили Зеленскому. Да и вообще они делают не то, на что мы рассчитывали. Ну вот лично я рассчитывал на то, что правительство не будет разбазаривать страну, а вместо этого будет предпринимать действия, направленные на то, чтобы страна немножечко жила лучше. Ну, в конце концов, давайте посмотрим, какой у нас корень бед и в чем корень зла. Корень зла в том, что предприятие экономикообразующие, предприятия в добывающей промышленности, перерабатывающей промышленности, крупнейшие предприятия в энергетике, растащили за бесценок олигархи. И что нужно делать по-нормальному, нормальному рачительному хозяину? А мы, народ, хозяин вот того, что у нас украли, это забирать нужно. Мы рассчитывали, что наши слуги, они же сами себя позиционируют, слуга народа, причем взяли это еще у Иосифа Виссарионовича Сталина, который называл депутатов слугами народа. Мы рассчитывали, что эти слуги народа будут отрабатывать за нас. Мы рассчитывали, ну, в конце концов, первый пункт Зеленского. Народовластие, настоящее народовластие. Народ будет участвовать в законодательстве. Народу дадим право вето, накладывать вето на любые решения власти. Это первый пункт его программы, это первый пункт программы уже потом «Слуги народа». Где это все? Мы этого не получили. Более того, мы видим, что действия правительства, ну, они противоположны тому, что обещали. Например, говорили о тарифах. Тарифы не снижаются, несмотря на то, что конъюнктура рыночная, импортная, ну, в частности, по покупке импортного газа, она благоприятствует. Ну, вот две цифры приведу. 173 доллара – это средняя цена растаможки газа импортного, входящего в Украину, по состоянию на декабрь 2019 года. То есть месяц назад – вот 173 доллара. Год назад, январь 2019 года, 324 доллара, если не ошибаюсь, или 326 долларов. То есть почти в два раза выше в долларовом исчислении. Если доллары образца января 2019 года перевести в гривны по курсу 28 и доллары образца декабря по курсу 24 перевести в гривну, то разница составляет 53%. Более чем в два раза газ подешевел. Ощутили ли мы на своих платежках это? Более того, они же пошли на хитрости разные. Типа вывели, например, стоимость транзита газа из той платежки, которую мы получали. И там немножечко произошло уменьшение. Но, выведя эту стоимость транзита, транзита поставки, транспортировки газа, они эту стоимость повысили в полтора раза. То есть, ну вот по Киевской области, в частности, она стоила там порядка 60 или 50 копеек, стала стоить более гривны. То есть что произошло такое? Что ж такого произошло на переходе из 19 в 20 год? Вроде гривна укрепляется, и все у нас хорошо, как Оксана, говорит правительство. Может, эти гроши, они как раз хотят дозаробити для того, чтобы на реформу направить. Вот, например, Гончарук сейчас сказал наступное, что нам необходимо трошечки оновить наших людей, которые работают безпосередньо в кабинете министров, и посилить социальный блок в уряде.
От, ну він, правда, не сказав, яким чином він збирається це робити, але ми можемо собі уявити, що він просто збирає зараз гроші для того, щоб потім віддати людям. Ви не думаєте про це? Може, звісно, і ми з вами навіть можемо тих людей по фаміліям вспомнити, починаючи від Джорджа Сороса і закінчуючи там Володимиром Олександровичем Зеленським і так далі. Тобто, да, найбільше, от, как бы, ми можемо предположити фамілії цих людей. Може бути, ми кого-то забудемо, може бути, ми там забудемо якусь прибиральницю, наприклад, там, в палаці, ну, там, Богдана или у Зеленского какого-нибудь родственника забудем там или еще что-то, но мы примерно понимаем, о каких фамилиях идет речь. Как будет выглядеть это усиление социального блока? Ну, я предполагаю, что они примут какое-нибудь постановление, что, может быть, они примут какой-нибудь закон, но они же всегда реформы проводят. Мы, как они отчитываются? Мы приняли такой-то закон, мы приняли такой-то закон. Раньше как отчитывались? Он недавно пересмотрел поздравления Брежнева с новым 1970 годом. Высадили его на ход на Луне, построили столько-то квадратных метров жилья, которые дали бесплатно людям, построили столько-то заводов, построили города, города, целые города. Это отчет вот этого вот антинародного, проклятого режима, который занимался... А, и людей у нас стало больше. А как отчитывался Зеленский? А он говорит, я не буду рассказывать, что я сделал. Ну и правильно, потому что тебе нечего сказать. Вот и то же самое по правительству. Как они отчитываются? Мы подготовили закон, мы приняли закон. Офигеть. Килограммами бумаги. Ну, я понимаю, если бы они были пионерами, которые там собирали макулатуру, и они подсчитывались. Мы собрали 100 килограмм законов. Там макулатуру сдали, эту хрень. Но он же отвечает за правительство. Он же должен говорить... Не то, что мы там что-то, какие-то законы приняли, которые мают створить столько-то рабочих мест. Проходит это время, на которое он анонсирует, а смотришь, рабочих мест все меньше и меньше становится. А он вот отчитался, так, мы что-то сделали, и у нас 100 тысяч рабочих мест. Ну или даже 1000 рабочих мест. Причем это 1000 рабочих мест производит что-то полезное. Они же как создают эти рабочие места? Вот сейчас создадут какой-нибудь еще комитет социальной допомоги кому-нибудь. В этот комитет по социальной допомоге кому-нибудь назначат голову этого комитета, назначат заместителя головы этого комитета, секретаршу, водителя, уборщицу, там, головных проведных специалистов этого комитета, наберут человек 50, это по минимуму, бездельников, отчитаются. Смотрите, мы створили еще 50 рабочих мест для Украины, как страны, для украинцев, как народа. Что это даст полезного? Ничего. Поэтому мы, вот, в частности, в воскресенье выходили... И одно из требований – отставка этих ВУ. Пока Гончарука, пока вот за Гончаруком прячется Зеленский. Зеленского скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, люди реагують взагалі на ці ініціативи з вашого боку? Чи йде підтримка? По-разному. Люди відчувають, що треба от встати і щось робити? Чи по-разному. Ви знаєте, как бы, ведь протестне настроєння присутствує по всій Україні. От я приводив, в тому числі, там, виступав вчора на мітинги, протест в місті Вознесенск Ніколаївської області, коли люди в великому кількості вийшли, перекрили дорогу, более того, не перекрили мост, а мост очень стратегически важен. Там транспортное сообщение чуть ли не половину Николаевской области зависит от этого моста. Правда, ничего не добились. Людей обманули. В очередной раз людей обманули. Утилизировали, да, утилизировали как бы эти протестные настроения в сторону мэра. Идите к мэру. Идите к мэру и давайте мэра пинайте. Мэра, может, и есть за что пинать. Но при чем тут газ и мэр? При чем тут электричество и мэр? Там предъявляли претензии по стоимости воды и по стоимости там, канализации. Но извините, вода и канализация – это на 50, где-то даже более чем на 50% – это электричество. Это работа насосного оборудования при заборе воды, при очистке воды, при транспортировке воды. Потом обратно стоки транспортируются. Все это... Большая часть – это электричество. А электричество – это, ну, это опять-таки Национальная комиссия регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг, которая находится в системе подчинения президента Украины. Ну, замечательно. Мэр. А люди к мэру предъявляли претензии. Ну, мэру надо отдать должное. Он выслушал, он собрал людей там в зале. Уже это в зале были делегаты только от протестующих. Собралось, наверное, людей больше, чем вчера в Киеве на Майдане. Ну, видимо, Майдан, Киев это интересует меньше. Более того, там подходили вчера люди, ну, судя по одежде, они явно не купаются в золоте. Они живут так же, как большинство украинцев. Выживают. Но при этом начинают рассказывать про славу Украине. Что головне для нас? Слава Украине. Вера, мова, армия. Вот это наше все. Вера, мова, армия, извините, задыхают. Я недавно общался с двумя офицерами, сейчас готовлю там цикл интервью офицеров вооруженных сил Украины. Они ушли в отставку по состоянию здоровья, они два офицера-инвалида. И они рассказывали,
очень много про веру, мову, армию. Ну, я вот анонсирую просто, что у меня там на канале должно в ближайшее время выйти. Вот эти вот несколько интервью с офицерами о проблемах армии. Я понимаю, что у меня на канале как бы люди к этому могут отнестись по-разному, сказать, что вот они сами виноваты. Но пускай посмотрят и те, кто считают, что вера, мова, армия – это наше все. Вот посмотрите, как относятся к этой армии на самом деле. Что происходит? Тоже грабят. Ну, мы же видели при Порошенко эти скандалы, ну, самый громкий, но не самый большой по объему украденных средств, это Свинарчук-гей, да, вот там запись, он там уже речь. Бачите, ну, в принципе, скандал то був, а мы ж, ну, можемо спостерігати за тим, що, в принципі, далі нікуди це не пішло, то, може, ми будемо і думати, що насправді це був фейк, раз прокуратура не починає справи. Ну, дела там какие-то начинались, но, знаете, это еще одна претензия к Зеленскому. Весна прийде, он скоро придет уже в следующая весна. А саджати будемо. Да, час саджати Петрушку. Там еще вот что-то там шутили. Ну, и последнего выпустили. Вот недавно отпустили из тюрьмы Гримчака. Человека взяли с поличным на получение денег. Все, отпускаем. На свободу с чистой совестью. Ну, может, людина раскаялась. Да какая разница? С ней поговорили, она стала она поделилась. Ну, она поделилась. Людина поделилась. И все хорошо. И тоже можно говорить про Порошенко. С Порошенко что же, прижали, так взяли за взятое. Но я думаю, что за Порошенко взялся даже не Зеленский, а за Порошенко взялись в момент межвластия, когда Зеленский только раскачивался, когда в Генеральной прокуратуре, как бы генеральным прокурором числился Луценко, но все понимали в Генеральной прокуратуре, что этот вот Шепелявый, он вообще уже никто, и его слушать не надо. И поэтому прокуроры, там, следователи Государственного бюро расследований, они просто вот поверили тем же лозунгам Зеленского, саджати будем. Да, но мы сработали на опережение, а когда у Зеленского будет свой генпрокурор, у нас уже готовое уголовное дело, сажайте этого хряка. Вместо этого, что произошло? Ну, об этом же заявляли, да, в частности, Портнов озвучил информацию о том, что прямо шапка, на 100% человек Зеленского. Это же слова Зеленского. Он будет генеральный прокурор, мой 100% человек. Рябошапка не то, что затоптал эти дела Порошенко, но он затоптал следователей и прокуроров, которые этими делами занимались. Он сломал им карьеру за то, что они занимались этими делами. Кто такой Зеленский тогда? Это продолжение Порошенко. Ну, не знаю. Давайте все ж от зробимо таке порівняння. От, наприклад, нещодавно президент Зеленський, він відвідав Папу Римського. От, і в інтернеті зараз існують дві фотографії. От коли, наприклад, був Петро Олексійович і його дружина, то між ними стояв Папа Римський, і він не посміхався, такий серйозний був. А от зараз, коли був безпосередньо пан Зеленський зі своєю дружиною, то була така видна посмішка у Папи Римського. То це ми можемо сприймати як більш такий позитивний рух. Як ви вважаєте? От... А, хто у нас Порошенко? Кондитер, да? Ну, видимо, він Папу Римського удивляв результатами своєго труда справжнім шоколадом. А справжній шоколад, він горький. От Папа Римський, мабуть, теж немножко как бы проняло його шоколадом, але у Зеленського другая професія. Правда, в Украине не смешно. Ну, раз давайте как бы, уже затронул Зеленского профессию, анекдот в тему. Как раз вот встреча Папы Римского и Зеленского. Зеленского спрашивают после папы, встречи с Папой Римским, как встреча. Говорит, ну, встреча прошла в теплой дружеской обстановке. По большинству вопросов, ну, примерно половина, чуть больше, вопросов, которые мы обсуждали с Папой Римским, у нас полностью, вот мы сошлись, взгляды на 100%. Ну, остальные вопросы нужно еще обсудить. Я думаю, что мы там найдем тоже какие-то точки соприкосновения, что-то я папу смогу переубить, что-то может. Папу Римского спрашивают, как встреча с Зеленским. Он говорит, я просто в шоке. Я просто в шоке, настолько как бы вот неадекватного человека я вообще никогда не встречал. Ну как же? Зеленский говорит, что вы нашли с ним точки соприкосновения по большинству вопросов. Да, но мы с ним обсуждали только 10 заповедей. Вот и все. Ну мы видим Зеленского, как не укради, как в стране воруют. Вот они рассказывают о нем, что, о том, что они поломали там схемы Порошенко. А где деньги в бюджет? Где деньги в бюджет? Ну, то есть, гривна, укрепление гривны обусловлено спекуляциями с ОВКЗ. Я других просто причин не вижу. При том, что в бюджете была дырка более 50 миллиардов гривен на конец 2019 года, которую они опять-таки закрыли эмиссионными деньгами через ОВКЗ. Где деньги? Ну, мы должны на своих карманах почувствовать. В конце концов, если ты поломал схему Порошенко в газовой отрасли,
уже должен был газ подешеветь. Это же я говорил про импортный газ. А есть еще отечественный газ, себестоимость которого в добыче где-то на уровне 30, ну, там, 40, может быть, 50 долларов. И в этой себестоимости, там, на 50 долларах заложена в том числе зарплата, космическая зарплата руководителя этого Укргазводобывания. Там даже у секретарши зарплата больше 50 тысяч гривен. И это все заложено. 50 долларов. И сравните с нашими платежками. 8,5, если с транспортировкой все пересчитать. Получается, по нынешнему курсу больше 350 долларов. Они покупают импортный газ по 173, они покупают, получают отечественный газ по 40-50, ну пускай 70 долларов, перемешали, держи народ Украины по 350. Где разница, как говорится, в тарифах? Где маржа? Куда она уплывает? То есть до смены президентов некоторые депутаты Верховной Рады озвучивали, что газовые схемы дают Петру Порошенко и его приближенным примерно 3 миллиарда коррупционных денег в год. С тех пор импортная конъюнктура изменилась. Импортный газ стал еще дешевле. Вопрос, где эти, уже, наверное, не 3 миллиарда, а гораздо больше, куда уходят эти деньги? Кто теперь является конечным бенефициаром этих схем? Зеленский? Гончарук? Кто? Кто? Или там Сорос? Ну, мы не Сороса не выбирали. Я вижу Зеленского. Я вижу его премьера Гончарука, о котором он говорил, он уже, когда его спрашивали, кого будете рекомендовать премьером, кого выдвигать, он говорил, я не знаю фамилию, я еще не решил, но я точно знаю, что это будет гуру в экономике. Мы помним, да, записи этого гуру, я профан в экономике. Мы видим, что он профан в экономике. Он не то, что профан, он такой же дебил, как министр экономики. Но это характеристика, наверное, оценочное суждение. Ну, да, оценочное суждение. Але давайте так, ну, подумаємо. Може, не все сразу. От ви кажете, що дуже великий вплив Сороса безпосередньо на політику України. І навіть були якісь рейтинги, де показували, що Сорос, він друга людина в Україні рахується. От, але зараз відбулися... Скарбняга. Ну, так, так. Але ми розуміємо, що достатньо сильно ми залежимо від того, яка кон'юнктура політична безпосередньо в Сполучених Штатах, Штатах Америки. І от зараз ми зрозуміли, що пан Трамп, він залишається, тобто імпічмент не спрацював. То може зараз якраз ці люди, які безпосередньо наближені до Сороса, вони трошечки ну, заспокояться і підуть якісь зміни з боку пана президента Зеленського? Давайте так, по імпічменту Трампа і так було зрозуміло, що там не виходить. Тому що для імпічменту потрібно 66 сенаторів, для того, щоб вони підтримали, 67 сенаторів, щоб вони підтримали рішення об імпічменті президента. А демократи мали, по-моєму, 48 сенаторів. То есть, ну, переманить на свою сторону 20 сенаторов-республиканцев, это задача нереальная была. Поэтому то, что импичмент умрет, это было понятно. Другое дело, что вот выборы-то уже идут, продолжаются, и будет голосование. Осенью будут выбирать нового президента. Ну, я думаю, что на самом деле там, у Трампа серьезные шансы, потому что он много на самом деле сделал для Америки. Посмотреть по тем же биржевым индексам, по стоимости американских компаний, оно это отражает отчасти, не полностью, но отчасти отражает как бы их баланс, положение дел в американских компаниях. То есть Трамп президент для Америки, наверное, неплохой. Ну, там люди могут сравнивать, конечно, к чему-то, но вот тогда будет решение, то есть Трамп уходит или остается еще на 4 года. А сейчас с импичментом все понимали, что как было, так и останется. Тобто, до того часу мы можем розуміти, что у нас, нагадайте, будь ласка, коли будут безпосередньо вибори в Сполучених Штатах? В вересні? Нет, по-моему, первый вторник после первого понедельника ноября. Ну, в принципе, до того часу мы тогда не ожидаем никаких изменений и у нас. Ну, почему? У нас к этому моменту Зеленский обещает открыть рынок земли. Вот эти законопроекты, которые... Не знаю, у него как бы немножечко не хватает, наверное, вот... Ну, вот, вернее, хватает как раз ума не дожимать этот вопрос, потому что он изначально ставил задачу вопрос закрыть к 1 декабря, но были митинги, в том числе и наши митинги. Пускай они были немногочисленными, но позиция была показана ну, достаточно жестко. Были другие митинги, касающиеся земли, и в итоге вот у нас уже середина февраля почти. А вопрос о земле только открыли. Да, они внесли его в Верховную Раду. Ну, я даже рад, что они внесли в Верховную Раду, потому что по регламенту они на некоторое время заблокировали работу этих кнопкодавов.
И кроме как вот этим вопросом они заниматься ничем не будут. Там же куча законопроектов антинародных. Там законопроект о трансплантации, который лично я считаю вредоносным. Там другие законы, там трудовой кодекс новый. Это же ужас просто какой-то. Ну реально, то есть права наемных работников, они исчезают в принципе. То есть у наемных работников нет никаких прав. Сейчас попробую наемного работника уволить, особенно если этот наемный работник еще относится к каким-то там особым социальным категориям, например, мать-одиночка или беременная женщина. А потом все, как в американских фирмах, ты уволен, и все, забудь о том, что ты где-то работал, кто-то тебе что-то должен. Вот эти законы пока притормозились здесь тем, что Верховная Рада заблокировала ее рассмотрением земельного закона. Я очень надеюсь. Тобто, знов українцям допомагає українська земля. Отчасти, да. И знаете, вот я смотрю на эти голосования, они не добирают по слухам народа. Я думаю, что они оттягивают в том числе потому, что считают, что смогут поломать тех слух народа, у которых включился мозг. Я очень надеюсь, что мозг у слух народа, у тех, которых включился, не выключится. И они дальше будут думать. Но там же помощники есть добровольные, которые голосуют помимо слух народа. Там же есть замечательные мажоритарщики, которых чем-то смогли заманить. Там какие-то депутатские группы непонятные, типа Довира, там еще прочая хрень. Там есть, в конце концов, просто странные, ну, люди, которые голосуют странно. Вот я, знаете, смотрел заседание Верховной Рады, когда в отставку отправляли Алену Бабак. Это министр разведки регионов. Ну и выступает Нестор Шуфрич и говорит, мы не будем голосовать за отставку. Это ОПЗЖ. Мы не будем голосовать за отставку, тем более, что там коррупционная схема, надо с ними разобраться, все. Потом итоговое голосование. 222 слуги народа дали, то есть они мне не отставили. 11 ОПЗЖ. Голосов. Ну, то есть вот такие вот они как бы, такие вот они оппозиционеры, да. Вот я смотрел телеканал «Прямой», один из флагманов медиа-империи Петра Алексеевича Порошенко. И скандал как раз с Нефедовым. Это начальник таможенной службы, там в очередной раз он вляпался. Любят танцевать. Ну, да. До таможни же все хорошо, на таможне показатели падают. На таможне сейчас показатели при Зеленском даже хуже, чем при Порошенко, при коррумпированном Порошенко. Интервью берут у Нефедова на телеканале «Прямой». О чем спрашивают? Яку каву любите? Яке у вас хобби? Хобби у него, кажется, комиксы читать. Ну вот пускай бы, блин, и читал свои комиксы, и бороду свою растил, вместо того, чтобы таможней заниматься. Цифры. При проклятом Януковиче, при курсе 8, подчеркиваю, таможня в день давала 1 000 000 000 гривен в бюджет. Говорят, схемы были. Были схемы. 1 000 000 000 гривен в бюджет. Это, ну, при курсе 8. При Порошенко, вот 18-19 год, при курсе уже 28. Примерно 1,8 миллиарда. Ну, то есть в гривнах больше, в долларах, понятное дело, меньше. При вот этом вот бородатом максимум 1 400 000 000. А так в среднем 1 200 000 000. Опять-таки схем нету. Мы схемы поломали. Когда схемы ломают, деньги обычно, ну, это же закон сохранения, да, вы поломали схемы, деньги шли коррупционерам, теперь они куда идут? А они на самом деле другим коррупционерам. И все. Причем в большем количестве. Бюджету достается меньше. Дякую, дякую за цю таку розкриту розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Це ТВУ. Топ-блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Сегодня все обсуждали видео Максима Нефедова, вчерашнее, которое мы смотрели, о том, как он зажигал с девчонками в клубе, с девчонками в костюмах БДСМ, поливал их воском, и мы даже увидели реакцию Максима Нефедова на всю эту ситуацию с комментом «И что такое? И что? Я молодой парень, хочу вешу, хочу не вешу». И получилось так, что сегодня начали спрашивать уже у представителей власти, вообще вы адекватные ребята? Ну как у вас, с головой все нормально, что у вас глава таможни висит в клубах и поливает воском полуголых девочек? И да, нормально. Например, глава фракции «Слуга народа» отшутился по этой теме и сказал, что да, ничего страшного, если все эти аксессуары были растаможены, то все нормально. И, конечно, это самое место и повод для шуток. Самое место и повод для шуток, особенно для власти, которая столько всего уже сделала в Украине. Пришла действительно к власти и сколько изменила. Чи можете еще, будь ласка, прокомментировать вчерашнее видео, которое опубликовала страна UA с паном Нефедовым, який
Я побачив. Так, ви бачили, що там? Так, мені дуже хвилює. Вони якщо вони розмитнювали всі ці аксесуари, які були на всіх цих людях, тоді все нормально для пана Нефьодова. А якщо там контрабанда, тоді він повинен з цим боротися. А з моральної точки зору вже виглядає, так? Він же представляє вашу команду все ж таки. Дивіться, ви були в ночних клубах? Таких не була. А це ж, я так розумію, просто нічний клуб. Ну, це просто якийсь шоу-програма. Ну, я нічого не побачу. Дивіться, він молода людина, наскільки я розумію. Да? Це його власне рішення, можливо, він з дружиною там був. Ви ж не бачите, на це його власне рішення. Я не бачу взагалі жодного. Це було поза робочий час. Так? Я ж, мене хвилює, чи розтаможені, чи розмитнені всі ці аксесуари, ванна, все, що було на відео, то нехай воно буде розмитнено. А як це оцінюєте його роботу? Як... Я не оцінюю його роботу, бо от зараз ми будемо оцінювати роботу всього уряду. І от в рамках цього ми будемо оцінювати, в тому числі його роботу. Бо в самої митниці справи не гаразд. При этом депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко тоже сказал, что ничего страшного в этом нет. Говорит, хорошо, что наш. А действительно, потому что очень многие начали запускать тему того, что Нефёдов сам кинул это в сеть для того, чтобы сгладить все слухи о том, что он гомосексуал. Но я еще вчера предположила эту идею, а потом подумала. Здесь два варианта еще хуже. Первый вариант – это действительно было. И это плохо, потому что ты как бы плевал вообще на людей, на их мнение. Ты представляешь народ Украины, ты на государственной должности, и ты как бы должен соответствовать какому-то образу. Второй вариант еще хуже. Ты забросил это, чтобы не обсуждали, что ты гей, учитывая, что всем нас... Мне сказали не произносить это слово. Учитывая, что всем наплевать какой-то ориентации. И ты даже не подумал, что на самом деле забрасывать такие вещи только для того, чтобы отбелить свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, это еще большее дно. Но! А забрасывается по ТВ отдельный тезис того, что как бы... И что в этом такого? Ну, в свободное от работы время, что хочет, то и делает. Представляю Эммануэля Макрона. Идет, значит, он в клубчик, рядом полуголые шлюшки танцуют. Он их воском всех поливает. И не только поливает, а еще и полирует. А потом достает свою... Ну ладно, не буду. Ну а потом он говорит, вообще-то, после того, как я заканчиваю работать президентом в 6 часов вечера, у меня есть своя личная жизнь. Для пущего либерализма я уже написала, что круто было бы, представьте, министр по делам ветеранов вынюхивает дорожки кокаина с тел голых шлюх. Рядом стоит Рябошапка и хлопает, кричит «Давай! Давай! Давай!». В этот момент Нефёдов, чтобы мы все поверили, что он не гей, шпилит какую-то чику в углу. Гончарук по клубу катается на самокате и пьет из бутылки шампанское. И тогда мы понимаем, тогда мы смотрим на них и думаем, такие же люди, как и мы, серьезно. Ну да, без там шампанских мы, без дорожек кокаина. Но вот есть в них что-то такое озорное, человеческое. Не зря вот чувствуем мы, что страну они нашу поведут куда надо. Но одни уже куда повели страну, туда и вывели. Потому что сегодня бывший генеральный прокурор Юрий Луценко опубликовал видео со своей женой. Видно антуражик такой, что они где-то в Японии, в каком-то японском магазине. На видео видно, как жена Луценко, Ирина Луценко, танцует с пандой, она очень счастлива, и на самом деле мы тоже счастливы. И на самом деле мы тоже счастливы, потому что мы-то все полагали, что злой Рябошапка будет гнаться за Луценко, может его посадить, например, за все, что он сделал при Порошенко, будет его преследовать, а на деле нет. И, ну, счастье такое, счастье. Потому что, слава богу, он путешествует в Британию поехали, в Японию поехали, путешествуют люди. Поэтому никакого раздражения, конечно же, это видео не вызывает. Никому вмазать не хочется, оно и нормально. И я уверена, что вы точно такие же добрые, позитивные люди. Когда вы смотрите на это, у вас просто улыбка от радости, что и хорошо. То блогеры Украины. Тут немає табу. Олександр, дуже дякую за те, що ви знов до нас прийшли. Ну, як завжди, було емоційно, цікаво. Я сподіваюся, ви щось нове для себе теж відкрили. Буду запрошувати і чекати вас знов в нашій студії. Спасибо. До нових зустріч. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами.
І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.